мне Алтынный Кудим. Говорил прямо в глаз, прямиком. Алтынный. Да то, видать, ружьишка не пристрелена. Глянь-ка, один еще шевелится. Где-то затаился. А ты, Игнат, ух ты, приготовь. За Варнаковы сойдут. А тебе с одним глазом и ухти ни к чему. Под стельками посмотри. Эй, Шкандыба, племяш-то твой разволновался шибко. Только хавку зазря переводит. Ничего, попривыкнет. Нету ничего. Пустой. Слышь, азиатец, пошукай здесь. Кандыба? Ну? Этих на фартух. Годится. Пороги расшибется. Там подберем. К лошадям. Недолго бегать осталось. Папа.
Ну что? Нету. Проскочил или утоп. Возвращаемся. Нет. Сотню потеряем. Как сотню? По червонцу, говори. Видишь, раскудахтались. Шкурничаешь. Сидишь, пес на цепи, не гавкай. Ага. За что пошел, то и получишь. Целее будешь. На сходе всем было сказано, дальше порога не ходить. Да плевать на сход. Тайга общая. Кто сильнее, тот и прав. Там земля старательская. Порешат. За него по червонцу даю. А он что, особый какой? Политический. На печке какой стой, ежели дьявол. Ты один здесь? Один. Сын за корчами подался. Огонь сдует. Давненько не виделись, Василь. Хлеб да соль. Ем за свой. На ваши рты не хватит. У тебя глаза на спине выросли. За версту чую. С вашим табачком. Охотнички. Да, что-то не рад ты старому другу.
Таких друзей и врагов не надо. Не видел здесь кого? Тут много всякого ходит. Ведь им река вольная. А ты не гоношись! Спрашивают, отвечай! К мамке за сиськой сбегай. Она тебе ответит, помещенка. Остынь. А я смотрю, у тебя и баба здесь есть. Есть. Да не про твою честь. Ну-ну. Василь, хорошо устроился в тайге с бабой. А ты всю фартуки развешиваешь? Смотри. Как бы самого не подвесили. Все под одним небом ходим. Так говоришь, не видел? Может, и видел, да уже забыл. Ну, смотри, ежели обманываешь. Ну, чего стоишь, как кобыла на выпасе? Вот и все. Утереться принеси. Беглый. Вольный. Один бог вольный. Лей. Ну что пялишься? Лей. Руки развяжи, а? Затекли, сил нет. Ишь ты, развяжи. Ты отца прибрал. Жизнь прибрала. Я не про то. Чисто на нем все было. При тебе отходил? При мне. И обрежал ты? Что случилось, сказывал? О каком-то шуфе говорил. На старом Урмане. Там с ним все и случилось. И все? Золото нашел батя твой. Сказал, что всем хватит. Да ну. Каторжному долю посулил. А если и так? На каторге что, не люди сидят? Люди. Люди. Слышишь, развяжи, а? Я ж тебе не зверь. Ну.
Разные людишки бывают. Иной хуже зверя лютого. Вставай, пошли. Ну, ступай. Ступай, ступай. Жрать готов. Туда. А это батя. Лапничком прикрыл. Про этот шурф он мне давно говорил, а я не верил. А может, и нет здесь ничего? Померечилось старому? А? Вон балка торчит, видишь? Должно быть, стену крепил. А его и накрыл. Понял я, пошел он. Дурю тебе предлагал. Одному тут век не управиться. Значит, ты домой торопишься? Тороплюсь. Мне к железной дороге надо. Там ждать будут. Поможешь? Ну, ежели завал посадишь его забрать, выведу. Там через 4 дня надо быть. Тогда пахать за артель придется. Справишься? Справлюсь. Ты поди городской, не привыкший. Тут 2 дня ходу, ежели я поведу. А один пойдешь, сгинешь. Ладно, сговорились. По прямой к воле пойдешь. У меня своя дорога. Ишь ты. Меня Василием. Зря стараешься. Немая она. Как немая? Немая? Ну, имя-то не есть какое. Устье кличу. Отзывается. А чё сидишь? Помянем батю. Царство небесное. Рабу Божию. Повезло тебе, что сюда добрался. А тут болтался фартуком. Эй, квасу принеси. А что за фартук-то? Есть тут у нас один такой. Кудимом зовут. Казацкой службой промышляет. Сбежит ваш брат. А он его со товарищами ловит. Вот только таскаться с беглыми им по тайге не вжило. Поймают, порешат и ушки с каждого срежут. А покойничков на сосну приладят, чтоб знали, чьих рук дело. Вот это у них фартуком называется. А за ушки им деньги платят. Такая вот служба. От Кудима еще никто не уходил. Вот так вот, Куманек, а ты говоришь. Держи, Кудим. Давай. Чтоб его. Теперь новый картуз покупать. Картуз не башка. Жив и радуйся. А ты, малой, своей смертушкой не помрешь. Впервой на дело, а такой прытки, а? С чего взял, что впервой? Я с батей, пацаненком, на Харька ходил. И на Сахатова. Только с них разве накопишь грошей? Молодуха одна глянулась. А на кой ей чай нищий? На Харька. Ну, тогда другое дело. Это ж то же самое. Только за беглых
больше платит. Скорее бы уж поймать. И домой. Ничего. Тайга не хата. Вылезет. Кабы так, зимой бы сам явился. Да поговаривают, что он двух жандармов порешил. Да иди ты. Вот ты и иди. Че, душа в пятки ушла? Ладно. Спать так ложится. А как сюда ты вышел, паря? По рогам шел. Все, казалось, гонится следом. Слушай, ты за какие грехи здесь сидишь, а? Тебе зачем? Любопытно. Пьешь мало. Золото, говоришь, тебе ни к чему. Может, ты блаженный? Подобрали. Подобрали? Мамаша ее. Вот за таким же, как ты, сюда поехала. А пока ехала, мужика ее в остроге насмерть забили. Мамаша пошла по кабакам. Ее с собой девчонкой таскала. Насильничали там. Вот с тех пор она и молчит. Руками машет. А слов не говорит. Жри, пока горячее. Так, может, и это? Доктору показать, он поможет? Доктору? У нас тайга. И доктор, и поп, и погост. А мамаша-то чего? Что мамаша? Мамашу той же осенью придушили в Кабацкой. Да гулялась стерва. У нее от нее только один нательный крест и остался. От мамашки. Иди. Моет, говоришь? Это хорошо. И много набыл? Вы чего думали? Я с вами на такой не ходок. Я за вольных смерть на колу принимать не стану. Спокойно. Говори, Кудим. Ну, ежели по уму, да тихо, золотишко наше будет. Как хотите, а я до хаты. Дулю мою давай. Ты погоди, Игнат. Сдастся, сука. В прошлом году тоже. Один из тайги вернулся. Потом Федьку с ребятами на сходе у Степки на роще на кол посадили. Не успеет.
Крепить надо. Не то в следующий раз пришибет. Ай да беглый. Живчик. Эй, халда. Ну что, бельмо выкатила? Что ж ты с ней так? А вот тебя забыл спросить. Я тут хозяин. Хочу приважу, хочу отважу. Ох, паря! Мне б теперь до золотишка к рукам прибрать. А там с деньгами везде. И родина, и воля. А купцом стану. Дом поставлю. Дело в городе большое заведу. Пропьешь все. Или пришибут свои же. Уж не ты ли пришибешь, а? Благодарствую. Кишка тонка, супротив меня. А дело здесь не шуточное. Артель заведу. А артельных лучше в остроге вашем набрать. По гривнику. За душу. Им все равно, где подыхать. Вот ведь баба. Я ей, понимаешь, солонину дарил. Сгноила. Напрочь. Но сало делает, будьте нати. Ну что? Там это, наш варнак с ними. Вон оно что. А говорил, и видит забыл. А? Закон теперь против него. Сход за нас будет. А ежели старатель отдавать не захочет? А у покойников разрешения не спрашивают. А Игнат где? Ушел. Как куда? Лошадь его здесь, смотрю. А там, куда он ушел, лошади без надобности. А, точно. Где? Там. Там, куда ушел. Что тебе так не терпится, а? Может, передумаешь? Вдвоем-то сподручнее. Нет, уговор был, я ухожу. Ну, как знаешь. Как знаешь. Ты там кого все время высматриваешь? Видел кого? Да тут можно никого и не увидеть. Чую. Пойду-ка проведу. Эй, паря. Плесни-ка мне водички на дорожку. Рёвку! Слушай мой наказ. На тот берег пойду. Я лошадок их уведу. А без них им тут погибель. Сами уйдут. Если к рассвету не вернусь, бери золотишко и ступай в поселок к брату. И этого с собой прихвати. Он товар выгодный. Ясно? С Богом.
ушли. Суки. Порыться надо. В шею здесь дороешь. За ним. Нет, а? Поли, дура. Дух болотный прет. Слышь, азиатец, пошукай впереди. Не пройдем. То пробудили. Видать, баба тропу знает. А мы здесь пропадем не за грош. В обход надо. Поспеем. А, будем. Пошли. Спасибо тебе. Если б не ты, то все. Леший кикиморы. Thank you.
что? Здесь были. Ушли к черной Убе. Хватит курить. Костерок смастырь. Ну ты, кум Точила, где бы что ни было, тебе лишь бы пожрать. О, брюхо мекинное. Так и третьи сутки на хлебе досали. Как веди копыта, недолго откинуть. Когда стреножим, бабу не попортите. Сгодится. Это тебе сгодится. А я мужик семейный. Шесть ртов кормлю. И заповеди блюду. Но если не хочешь, мы на троих поделим. А зятец где? Сбежал, тварь. Никуда он не сбежал. Он свое дело знает. Верный пес. Yeah.
порешили. Прости, Господи. Неужто? Они. А больше некому. Лошадь прибери. Да. Что теперь? Что? Отпускаешь меня? Ну и куда мне идти? В какую хотя бы сторону, а? Что? Солнце. Я тебя не понимаю. Пойдем со мной. Тебе же здесь нечего делать. Ты оглянись вокруг, среди зверя живешь. Это разве жизнь? Хуже каторги. С цепями или без. Без разницы. Потеряла. Я понял, потеряла. Куда ты, куда ты, куда ты? Назад нельзя. Я тебя совсем не понимаю. Какие-то вы все здесь. Малохольные. Ладно. Сам как-нибудь. Посох здесь, значит, и странник найдется. Недавно ушли. Вот. Тут до поселка рукой подать. Не нагоним. Что-то я не смекнул. Шли все время к поселку. Поселок там. Ну и чего? Следы туда ведут. Вон оно как. Каменные речки. Там на лошадях не пройти. Ничего, дальше ко мне не уйдут. Давай. А ты сумку возьми и за нами. Оно пропадом. Возьмем золотишко. Открою ловчонку. Заживу, как люди. Тихо. Может, зверь какой? Глянь, вон он, пес.
начнем, Кудин. Замотал совсем. Жрать меньше надо. По кромке пойдешь. Иди той стороной. Лады. Дальше вниз пойдем. Лады! Ты здесь останься. Появится, стреляй. Стой от греха! Стой! Хана нам! Это медведь там. Мать твою. Я выстрелил, а он... Как на хорьком, говоришь, охотится? Сучонок. Озверел, Кудим. Собьем. Через него варнак наш ушел. Отпусти, задушишь. Со страху в портки наделал. Не серчай, Кудин. Может, и прям медведь. Да поучи мне еще жену щи варить. Взялся сумка. Пожинай теперь. Я выстрелил. Ай! За ним. Thank you.
Каторжанин. Тихо. Нашла то, что искала. Thank you.
сюда. Пошла. Ну. Слышь, племяш, глянь-ка. Не видать ничего. Ты поосторожней там. Хотя погодь. Как мы здесь оказались? Спасибо большое. Эрвисон Наминдо.
Карарбах Амин. Здравствуйте. Озорной малый. Мадалку дорогда. Кушать надо, сила будет. Рана болеть не будет. Большое Макан встретил. Два мои собака задрал. Я ловушка ставил. Ловушку мы видели. Еще видели медведя. А Макан — это есть медведь. Я там его оставил. Там еще человек лежит. В ловушку попал. Ты теперь здоров, а Макан большой. Завтра пойдем. Принести надо. Мне уходить надо. Ты железную дорогу знаешь? Поможешь мне? Да. Ты мне помогать будешь. Я тебе помогать буду. Сначала Амакан забирать будем. Потом я дорогу показывать буду. В тайга зверь бояться не надо. В тайга человек бояться надо. Зверь сам уйдет. Пошарь вокруг. Есть кто живой? Индук Нанартын. Мы ищем беглого. С ним баба. Будем. Глянь, что нашел. Чье это? Где он? Эй, кум-кум, полегше с бабой, видишь, брюхатая. Ну ты заступник, иди пошарь, а то там вонища такая, что меня воротит. Тебя. По очереди. Как зайцев. Понятно? Эй, кум! Ты в этой вонючей яме решил остаток дней провести? Чё там?
А ну, пошла! Пошла! Гляди, кум! Баба-то отыскалась! А душегубец наш, видать, ушел. Где он? Где? Это твое? Немая. Вот наградил Господь. А этот ушел. Кроме как на станцию идти больше некуда. Там его и возьмем. Золотишко. Ты погодь. Погодь, Кудим. На станцию, говоришь? Может, ну ее к лешему. Возьмем бабу. Отвезем на переезд. За нее так и так 100 рублев дадут. Хоть и не моя. Им в людях ее голос ни к чему. А что ты такой щедрый? Устал, что ли? Взял, а делиться не хочешь. Не убивай. Не убивай, кум. Мы долю поделим, как договаривались, без утайки. Ладно. Прибери пока. Ага. И смотри, не балуй. Пошли! Давай. Давай. Так. Я говорю, да, это Ламара. Благословен.
Белый человек необычный. Ходит, золото ищет, а потом своим богам несет. Думает, он так дух лечит. Все белые люди так думают и сами от этого умирают. А их бог ничего про это не знает. Иди ко мне вот так. А дух человека так и ходит. Ни золота, ни бога не видит.
Thank you.